О, вы уже здесь? Это очень здорово. Я рад приветствовать тебя на моем новом видео. И сегодня у нас на разборе, а также на кавере, песня «Батарейка» группы «Жуки». Нестареющая классика. И план видео у нас такой. Сегодня я пою и делаю разбор песни на укулеле, поскольку видео с нею не было очень давно, а также тем более разборов. Я буду рад, если ты прожал кнопку лайка, а также подписался, так как 50 человек смотрят без подписки. Хотелось бы, чтобы все подписались. Ну а если ты уже все сделал, то погнали! Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Что я не твой лопушок, а я не твой Андрейка. Что у любви у нашей села батарейка. Ой, я ее батарейка. Ой, я ее батарейка. Я тосковал по тебе в минуты расставания. Ты возвращалась ко мне сквозь сны и расстояния. Но несмотря ни на что пришла судьба злодейка. И у любви у нашей села батарейка. Ой, я ее батарейка. Батарейка. Ай, вроде все как всегда, все те же чашки, ложки, все та же в кране вода, все тот же стул без ножки, и все о том же с утра щебечет канарейка. Итак, на укулеле у нас аккорды довольно простые. АМ, либо же ля минор. G, либо же соль мажор. F, либо же фа мажор. И Е. Можно играть ми септ. То есть он играет, звучит вот так. А вот обычный ми. Играйте, как вам удобнее. Лично я в кавере играл ми септ. Итак, в первых двух куплетах играем перебор 4, 3, 2, 1 на всех аккордах, то есть АМ. АМ, G, F, ми септ. А петь мы начинаем, как дернем вторую струну. То есть холодный ветер с дождем усилился стократно. То есть ха-ха. То есть с первой струны мы не начинаем петь, со второй сверху мы начинаем. То есть играем как бы мы с третьей. Здесь все понятно, все у вас вот где-то тут, либо тут будет. А, в припеве будет такой вниз, 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 вверх, вниз.
Давайте сыграю вам побыстрее. Давайте на примере аккорда АМ, либо же ля минор. Давайте еще раз. А в третьем куплете мы играем таким же боем, как и в припеве, то есть... давайте. И вроде все как всегда, все те же чашки, ложки. И начинаем петь уже со второго удара. И вроде все как всегда, все те же чашки, ложки. Все та же в кране вода, все тот же стул без ножки. Ну и так далее. Вот, в принципе-то, и весь разбор песни на укулеле довольно легкий. Если вы хотите, чтобы я разобрал эту же песню только на гитаре и без баре, обязательно пишите в комментариях, очень важно знать ваше мнение. А если тебе понравился разбор и он был тебе хоть чем-то полезен, обязательно прожимай кнопку лайка и подписки. Всем удачи и пока! О, ты досмотрел этот ролик до конца! Если ты прожал кнопку лайка, то можешь идти по своим делам. Но если тебе был полезен этот разбор, поставь лайк. Если бесполезен, дизлайк. Все честно. Ну а всем удачи и пока!